Пожар в банке в Приморском районе. 12 огнеборцев тушили огонь в офисе на Комендантском проспекте. Справились за минуту, потому что горел синтетический коврик перед дверью. А вот поджигатель оказался весьма и весьма необычным. 70-летняя пенсионерка, в прошлом педагог. По словам очевидцев, дама вошла в помещение и что-то бросила на пол. Молниеносно вспыхнул огонь, а потом женщина молча стояла на улице среди сотрудников и клиентов банка, которые выбежали из офиса. Когда к пенсионерке подошли полицейские, она поднесла к уху мобильник и сказала: «Задание выполнено, заберите меня отсюда». Забрали ее полицейские в отдел. Не исключено, что и санитары подъедут. Да. Ну, ладно. Погоди, почему вы пришли? А ты паспорт не забрал?